По поручению главы государства 2022 год объявлен годом детей. В рамках этого детям, занимающимся спортом, развивающим себя в искусстве и образовании, уделяется значительное внимание и поддержка. Так, к примеру, в регионе был проведен конкурс «Жас-талант». Профессиональное образование – основа будущего ребенка. Важно своевременно уделить внимание развитию талантов у детей, ведь практически от этого зависит будущее малыша. Каждое новое поколение периодически удивляет собственными способностями в разных сферах. На основании многочисленных исследований ученые сделали выводы, что одаренность каким-либо талантами есть практически у каждого ребенка. Однако в процессе взросления и воспитания многие из них не развиваются. Талаптары бойынша бұл байқауға 10-13 жасар арасындағы балалар қатысты. В конкурсе участвовали дети в возрасте 10-13 лет. 23 ноября был проведен отборочный тур. 40 детей участвовали. Из них в финал прошли 11 ребят. Алмат Джуматаев – один из талантливых детей. Он часто принимает участие на различных конкурсах и становится обладателем различных премий. Он посещает вокальный кружок при художественной школе. По словам подростка, его мечта – познакомить весь мир с казахским искусством. Считаю, что мои соперники были сильными. Каждый показал свое мастерство. Выражаю благодарность за организацию данного проекта. Спасибо моей учительнице. В регионе продолжается череда мероприятий, направленных на развитие детского творчества. К слову, в дальнейшем планируется проведение конкурса для выявления талантов среди юных художников. Алтын Шонгараева, Канат Бахытылы, Айхан Ақпарат.